Если бы тогда была гроза, и мы спасались от нее в одном подъезде. Если б я не отвела глаза и не торопилась так домой. Если б я в кино не опоздал, и мы с тобой в одном ряду сидели вместе. Если бы мне кто-то подсказал, что я встречусь со своей судьбой. Это могло быть любовью, ни много, ни мало. Это могло быть любовью, но так и не стало. Твой звонок, я не сказала, что неверно набран номер. Если бы найти слова я смог, и тебя тогда не отпустить. Не был бы сейчас ты одинок, искала бы так тепло в моем холодном доме. Но опять не выучен урок, снова наши разошлись пути. Алексей Гоман! Мариночка Девятова, девушка. Спасибо. Иногда ночью, когда в доме напротив гаснет свет в окнах, в одном окне он всегда горит. Я вижу силуэты. Значит, там ждут и верят. Да без веры нельзя. Невозможно, немыслимо, да просто нереально. А есть и такие дома, в которых даже в мирное время новости смотрят с тревогой и волнением. На телефонные звонки отвечают с трепетом и прыгают до потолка, если там видят и слышат родной голос. А на вопрос ребенка: «Это папа?» вообще наворачиваются слезы. И ведь мы не знаем, что творится в этих домах. И мне очень хочется, чтобы все
кто когда-либо ждал, обязательно дождались. И чтобы все папы обязательно вернулись домой. Женам офицеров посвящается.